have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами возвращаемся в эту игру чудесную, превосходную, замечательную, не знаю, какие эпитеты подобрать. Я думаю, что я немножечко разобрался с этой загадкой. Это не сколько раз дернуть каждый. Смотрите, фишка в том, что вот у нас все, когда подняты, мы нажимаем, и ничего не происходит. Дергаем один. Раз. И все. Дергаем вот этот. Раз, два, и дергаем, собственно, вот этот. Раз, два, три, четыре. Четыре. Значит, есть один, два и четыре. У нас записано, ну, у меня тут просто записано, один — это два. Надо, чтобы первый раз щелкнуло два. Раз, два. Один — это два. Потом... 2 это 5, 5 это 1 и 4, 1, 2, 3, 4, 5, и 3 это 3, если я не ошибаюсь, сейчас я посмотрю, 3 это 3, да, все верно, поэтому убираем 4, у нас есть 1 и есть 2, итого 1, 2, 3, да. Значит, это работает именно так. Но, прежде чем мы пойдем дальше, сейчас я сохранюсь, у меня есть некие соображения по поводу срабатывания заклинания, которое, помните, я говорил, почему оно не срабатывает. Мне же сказали, что это балансирующее заклинание между четырьмя стихиями. Где у нас на карте находились четыре стихии? Это было только на входе в храм. Также... Сейчас, если я не ошибаюсь, у нас была записка подле одиночных колодцев. Блин, что ты голодный-то? На, съешь. Подле одиночных колонн. Да не ост... А, это записка, которая... В общем, где-то у нас была записка, которая говорила, что между четырьмя духами, не духами, где-то закоп... Зачем я это сделал? Да, тут есть лестничка. Хорошо. Закопан клад. Я вот эти две вещи хочу проверить одновременно. Быку я, кстати, снял ожерелье, которое давало ему устойчивость к голоду и к весу. Просто прокачал ему еще одну силу, и теперь таскать он может довольно много. Голод, но я его и так кормил. Это я чуть поздно, наверное, сообразил, что если у него была устойчивость к голоду, то, возможно, не надо было кормить его вообще в принципе. Потому что он у нас самый прожорливый, я мог бы на этом сэкономить. А так получается, половину этой цепочки я проигнорировал. Одел я ему амулет шестерню на здоровье и энергию. И прокачал, дал ему бутылочку с энергией. Короче, у нас теперь хватает энергии на истребляющую атаку. Я просто хочу попробовать, как это и что это. Давайте мы с вами вернемся. Тут просто недалеко быстренько сбегаем. Погодите, а это что? На входе был какой-то поворот, куда я не свернул? Почему? Что это за место? Ага, вот как к этому сундуку попадать. Он даже открыт! Зелька силы, зелька хпшечки и зелька воскрешенница. Зелька воскрешенница, ну, кстати, пригодится. Силушки у тебя... Сколько у тебя вообще? Это сила 45, сила 20. А у тебя одно оружие на силу, одно оружие на ловкость. Ну, естественно, тебе силу подымем. Потому что бычара у нас и так силен не по годам. О. Ладно, зато мы теперь знаем, как попасть к этому сундуку. Я себе голову ломал. Хорошо. Вот здесь вот местечко. Я могу тут копать?
А, печаль. Я думал, тут что-то будет. Сначала, ну, плиты же, все дела. Как можно копать плиты? Но можно. Я тут покопаюсь все же. Еще вот это место выглядит подозрительным. Почему тут два таких... И тут, например. Но нет, так нет. Хорошо. Ладно. Между четырех заклинаний. Сохраняемся. Это работает. Завладеть четырьмя самоцветами могущества. Да-да-да, это мы знаем. Получается, мне просто нужно найти четвертый самоцвет и прийти сюда. Ясно, понятно. Хорошо, теперь можно со спокойной душой исследовать дальше. Секрет под водой мы нашли. К сундуку мы попали. Загадку разгадали. Кто молодец? Мы молодец. Так. А. Я думаю, а где дальше-то проход? У нас тут никто не появился? Из наших недавних знакомых. Вроде нет. Можно идти дальше. Раз, два, три. Понял. Четыре. Раз, два, три. Четыре. Ясно. Раз, два, три. Четыре. А как? Так, минуточку. Что? Что происходит? Твою за ногу! У нас компас бесится, видите? Ага, на красную надо идти. Да ну на красную уже. На синюю? На синюю? Главное, не на красную, да, я так понимаю? О, мой сюрикен. Ух ты, ё. Ага.
А кнопок чек тут в стенках нету случайно? Проклятый компас. Тут-то, думаю, нормально все уже. Зачем я открываю двери, когда у меня есть еще проходы? Можно пойти наверх, а можно и не пойти. Компас не дергается? Нет, тут у нас есть комната с кристаллом и барахлишка. Барахлишка, еда. Супер. Думаю, что еду возьму, а мешочек... Хотя, черт с ним, давай сложим сюда все в этот мешочек. Меньше забот будет. Всякие вещи, всякое... с компасом интересно получилось. Больше ничего нету? Давайте сохранимся, не против. Кажется, или свет начинаем кажется. Хорошо, комната с кристаллом, супер. Можем переться дальше. Странное место. Слышите, да? Там что ли? Да, вон он. А ты ниже не опускаешься? Там их два, загорается мостик по кругу. Но ниже они вроде не опускаются. Опускаются. Пробивает он вроде не так много. Неплохо. Хорошо, с этими ребятами разобрались. Но там можно... Да, там есть еще эти... Как-то вниз пройти, не вниз. Да, если убрать этот магический барьер, там бутылочка сверху. Я бы такой бы, чтобы ее взял бы. Но отсюда это сделать не получится. Я тебя понял, хорошо. Отсюда. Вон дорожка. Это у нас на третьем уровне. О, смотрите, люк. Или не люк. Да, люк у нас здесь. И тут тупик. Ха. Кнопки.
про который я мог не знать. Где ты летаешь? Иди уже сюда. Раздражает меня. Погодите, стрелу-то... Вот, подобрал. Почему-то, когда ты на нее падаешь, она не подбирается. Хорошо. Монстрячков мы грохнули. Вон там есть что-то. Подождите. Или что-то куда-то надо кинуть. Или что-то где-то нажать. Или что-то где-то... Больно. Прижать. Давайте искать, что и куда можно вдавить. Монстры здесь буквально просто номинальные уже. Так, по XP. По XP. У нас три человека, которые могут еще... У которых есть шанс еще получить уровень. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот этот тупик меня очень сильно смущает. Зачем ты здесь? Кнопку видите? Видите. Я ее теперь тоже вижу. Но она... Там. Вот тут где-то. Кнопка на полу. А там кнопка внизу. Погодите, а внизу я... Вниз я ничего не могу уронить. Думаю, могу. Давайте попробуем. Да, видите, кнопка сработала. Теперь я могу пройти сюда. Отлично. Давно не виделись, тварь. Нормально, 122. Один. Хорошее распределение урона. Сразу покалечил, конечно же. Что-то мне покалечил-то голову. И голову. Не могу читать заклинания. Но мне, в принципе, это сейчас и не нужно. Я хочу посмотреть, если тут будет еще один крабчик. Да, видите? Так, факел. Ложим факел сюда, забираем сюрикен. Я пойду, полечусь. Просто если тут есть еще один краб, то я бы сначала, наверное, ему навалял бы. Что-то где-то еще открыл. А, погодите, я отсюда... Не могу, в принципе, выбраться отсюда. Ага. Кроме как портала. Давайте я полечу и схожу. Мне-то что? Мне вроде норм. Еще не восстановился. Да ладно. Ну дай. Есть. Хорошо. Даже замечательно. Даже супер-пупер офигительно. Мы себе открыли какую-то решетку. Я так предполагаю, что это решетка на третий этаж наверх. Вон там, да? Как мне бутылку-то... А, здесь можно будет спрыгнуть за бутылкой. Скорее всего, там нет какого-то моста. Две кнопки нажали. Да, открылась эта дверка. Я сниму. Это нам не надо. Так, харкачка у нас тут какая-то. А это куда? Стоп. Что это за место? Лестница есть, конечно. О, ядра. Ну, давайте заберу, пока нет перевеса. Потом будет перевес, уже будем думать, что выбрасывать. Кнопочек никаких тут.
вон там местечко, смотрите. Да ладно, тут нету кнопок. Люди, вы чё? О, кстати, молоток точно такой же я уже выложил. Ядовитый зуб. Пули. Теперь мне нужно выложить, чтобы оно попало сюда. Погодите. Да блин. Включи свет. Подо мной сейчас... Прям подо мной ничего нет. Я могу только вон туда, но туда мне тоже... Не надо, там лестница. Я так понимаю, что мне нужно, чтобы сюда сейчас прилетело, да? Давайте пробовать. Где там были ядра? Раз. Два. Три. Это не надо. Это, мне кажется, тоже не надо. Давайте пробовать так. Как мне так сделать? Я, кажется, понял, как мне так сделать. Блин, ну это тогда жестко прям на время получается. Ну, если я правильно понимаю, то это на время... А! Эту сторону, куда она направлять будет. Хорошо. В эту сторону, куда она полетит. Погодите, мне надо построить маршрут, чтобы оно летело долго и желательно счастливо. Тогда... тоже не подходит. Я как понимаю, мы же собираемся построить цепочку. Раз, два, три. Раз, два, три. Сюда. А почему оно сюда? Thank you.
Я не успею, если просто. Погодите, давайте пробовать, давайте экспериментировать. Если я сейчас жахну зельку скорости. Зачем ты это сделал? Ладно. Антидот, скорость. Сохраняемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре. А, я еще и становлюсь на пути этой штуки. Погоди, а как ты обратно летишь? Видите, оно туда попадает. Ладно, это надо обдумать. Есть, ребят, нашлась рабочая комбинация. Пришлось потратить немножко времени. Не обращайте внимания, что я сейчас стою на центральном. В общем, когда стоишь на центральном, по крестовине вверх, бок, бок и назад, все должно быть занято. Центральный не должен быть занят. И теперь, вот когда стоишь лицом к кнопке, еще и правый должен быть занят. То есть должно лежать по итогу 5 предметов. 5? Да, 5. Вроде тогда все работает. Если не тупить. Ну-ка, секунду. Я что-то... Да! Ха! Все, это сработало, супер. А, так, теперь пробежать. Ну, пробежать мы, конечно, пробежим. Зачем-то и это мы сделали. Факел я уберу. А, это звуки вот этой штуки. Ладно. Сохраняемся тут. Зелье ловкости. Не знаю, насколько оно того стоило, чтобы сейчас заново пробегать. Ну ладно. Допустим, там мы уже решили, поэтому просто пробежать теперь не проблема. Почему бы его не взять? А, так, так, так. Спасибо. Решается. Супер. Мне кажется, там вполне могла быть какая-то кнопка на стене, и я ее мог пропустить. Да, видимо, рычажка нужно было дернуть 2. Погодите, там какая-то стена еще открылась. Я четко слышал звук. Где она могла открыться? А я пойду посмотрю. Пройти это все мне не проблема. Что и где могло открыться? Я прям снизу пойду посмотрю. Я четко слышал, что где-то открылась стена. Я просто очень хочу, чтобы это было не на время. Вот телепорт. И его раньше не было. Блин. Хорошо, хоть ноги не поломал себе. Где могла открыться стена, чтобы... Не стена, вроде как стена по звуку, так, чтобы я это мог слышать.
Я ничего такого не вижу. Но, я же говорю, опять же, вот тут появился портал. Я же говорю, что это странный уголочек. Вот тут теперь появился портал, и стало намного приятнее. Он нас выводит прямо к решению головоломки. Нам теперь не надо бегать. Спасибо. Лунная дорожка. Я пытаюсь сейчас обращать внимание на кнопки на стенах, но пока что их не вижу. Ладно, пойдемте. Туда как-то можно... Вон там. Видите, туда как-то можно попасть. Секунду, ребят. Смотрите, какая странная штука обнаружилась. Что если вот здесь нажимаешь кнопочку, то теперь загорается все пространство, а не только... Или оно раньше тоже загоралось, не знаю. Но в любом случае... Да, сюда можно теперь пройти. Три зелья воскрешения. Я отсюда не выйду. Может, вот эта стена теперь открылась? Кто его знает. Да, теперь опять придется эту же... А, не придется. У меня же теперь есть телепорт прям туда. Я думал, опять придется сейчас пробегать. Нет. Ладно. Ну, просто звук стены явно был, и мне стало интересно в таком маленьком замкнутом помещении протыкать все стены вообще не проблема. Поэтому, немножечко повозившись, ответ все-таки нашелся. Копать нам уже, наверное, не понадобится. Хотя, кто знает? Я только с утверждением что-то говорю, а на самом деле... Так, книжечки. Очень странно, что за все это время не было ни одного секрета в книжных полках. Или они были, я их просто ни одного не нашел. Опять же. Ну что же ж, поехали. Угу. Я слышу живность какую-то, поэтому я, наверное... Мешочек добра. Жрачка. Жрачка, это всегда хорошо. Так, растеньки поразрастались, это приятно. Причем много поразрасталось. Прям разнообразных. Хлебушек пока не буду кушать, подожду. Мешок пустой положу. Неужели не здесь? Такое ощущение, что прямо у меня по голове ползает кто-то. Да, тут наверх можно. Пульки, спасибо. Ядра, спасибо. Блин, у тебя от ядер сразу перегруз. Ядерный. Надо бы сразу стенки щупать, наверное, мне кажется. Еще один мешочек. Травки. Травки лишними никогда не будут, но этот мешочек я уже тогда, наверное, выкину, потому что мне их слишком много. Вот тут вот я еще не ходил. Я просто сейчас себе карту дорисую. Все, понятно. Вылезли мы отсюда. Забраться можно... Где там было место, где забираться? Я видел лестницу, мы где-то проходили рядом с лестницей. Ну же! Да вы что, я же видел лестницу, мне же не приглючилось. Я уже кругаля дал. А, вон лестница. Да, вот она.
паучки. Да фиг ли ты промахиваешься-то? Обычные пауки, че они меня так ломают? Торс. Я подожду пока что. Лечиться. Так, тут у нас платформа с пауками. Арбалетная стрела, которая чудом не подобралась. Уж не знаю, что и не так было в этой жизни. Кнопка. Я выпустил огненных элементалей. Ха-ха, сверху и снизу. Ну круто, что я скажу. Убил. Ну, дружище. Это я себе мостик тут соорудил, да? Мостик для продвижения дальше. Тут у нас также есть... Хилочку нам дают, чтобы мы сразу и подлечились. Я не против. Что мне с ним делать-то? Он вниз полетел. Вот же мозгов у тебя хватило. Дурак. Ладно. Лестница. А, не надо. Так, чтоб тебя. Короче, при разблокировке прохода на следующий этаж будут вылазить всякие неприятности. Ну, по крайней мере, оно все не на время. Хорошо. Я этим доволен, то, что не на время. Отравить у тебя шанс 50% примерно. Мне кажется, ли я только что ел? И она опять проголод... Блин, крысу не трогай. Неплохо, криты валят. Я, кстати, так еще и не... Так еще и не использовал крутую атаку на топоре, но мне все кажется, что еще не время. Уж не знаю, когда будет это то самое время. Коброхвост. Спасибо. Все это прям в ухе у меня такое... Мне надо, чтобы меня не окружили. Для этого я буду драться на лестнице. Да, драться на лестнице, кстати, вполне себе выход, потому что сбоку никто не подойдет. Спасибо. Отходи, чувак. Я туда... Сейчас уже к кристаллу идти, наверное, далеко. И отравили, и заразили. Нормально. А, у меня сколько... Антидот. Один... Это мне это снимет, а это ты вылечишься. Давай просто отдохнем. Так. О, как раз долечился. Очень удачно. Нет, выйди из состояния сна. Сюда можно спуститься. Сюда можно спуститься.
Зачем? Там сундук. Там сундук. Если я в ту сторону что-то метну... Ничего не произойдет. Туда можно спуститься. Тут никаких кнопок нет. Или погодите, или это как раз... О, стрела. Как раз то место, где я подымался. Честно, все очень запутано. Статус ваших отношений. Все сложно. Но мне явно туда. Но как это туда организовать? Если я упаду вниз, я прям упаду вниз. Я прямо над сундуком сейчас нахожусь. И тут тоже ничего. Давайте с этой стороны попробуем посмотреть. Там одно отдел... Нет, не одно. Два, получается... С вот этого. С вот этого падать? Да. Отлично. Заперто. Даже не мимик. Огненные бомбы у нас у кого были? У тебя вроде. Да. У нас и... Ой, 4 штуки. А морозные... Кому я их отдал? Ну вот морозные бомбы. Ладно, может я их просто на руку положил себе и все. Ну, в руку в смысле. Ладно, сундучок достали. Это круто. Догадались все-таки, доперли, допетрили. А дальше как мне теперь пройти? Кнопочку-то я нажимал. Это сколько этажей ниже было? Два? У меня такое ощущение, что вон ту кнопочку я как раз и не нажимал. Потому что сюда никак не пройти, сюда можно только упасть. Новые огненные элементали. Опять же, свидетельство того... Что я иду правильно. Ногу. Там еще один где-то летает. Я не знаю, с какой стороны он на меня вывалится. Вниз иди! Не особо умные ребята. А, тогда одну минутку, ребят. Сейчас. У меня есть идея. Черт, мне кажется, кристалл находился слишком далеко отсюда, да? Короче, вылечиться и не морочить голову, потому что у меня вполне хватает баночек. Я могу себе еще наварить. Просто забираться туда-обратно очень долго. Плюс это элементалина тут еще летает.
не радует меня вообще ни разу. Вот лестница. Так, на эту кнопку я нажимал. На... Да-да, давайте уже все сразу, конечно. На, сожри. Все, лечимся. Сохраняемся. И чешем дальше наверх. Надо будет еще хилок понаделать, кстати. Что-то у меня их становится уже маловато. Здесь можно подняться. А вот и этот чертов мостик. Фух. Так, сюрикинчик мы заберем. Стоп. Капельку времени у нас еще есть. Сейчас я быстренько сделаю еще несколько хилок. Потому что... Мне, стремя, себя чувствую уже не очень комфортно. Так, одну тебе. Ну пусть этих тоже будет по 5, я не против. А, у него сразу перегруз. У него еще маленький... Блин, у него маленькая хилка есть. Я мог его полечить маленькой хилкой. Сэкономить немножко. Ну ладно. Тут вроде тоже все решили. Ну кто знал, что тут кристалл есть? Кто тот человек, который мог об этом знать? Ману зато... О, у тебя 6 банок маны, кстати. Хорошо. Письмо. Да, мы это еще так и не посмотрели, так и не сходили. Я думаю, что до этого тоже дойдет. На, съешь хлебушек. Немножечко растранжирим, но в принципе будет норм. Чешуйчатая накидка, которая в принципе хороша, но нам не нужна. Еще 2 зельки воскрешения. Прям на, чувак. Убедись, что у тебя точно всех героев можно воскресить. Второй такой меч. 15.46. 13.39. 15.46. Ну, конечно, я одену вот этот по двум причинам. Во-первых, вот этот у нас питается от ловкости, а персонаж все-таки закачан на силу. А во-вторых, он банально лучше. 15.46 лучше, чем 13.39. И ядовитая бомба у кого там у нас? У тебя? Да. Получается, она у нас сейчас с 2 ятаганами. А это очень хорошо. Да, пули мы тут просто все выложим. Тут еще можно в одно местечко сходить. Тут прям арбалетные стрелы раскиданы. Много. Ядра. Портал. А куда портал? Погодите, ребят. Сейвимся. Что-то у меня ощущение, что этот портал к хабу нашему. Нет, не к хабу, но это быстрый выход. Прям на улицу практически. Это со второй стороны загогулина у нас. Да. Второй портал прямо на улицу. Опять же, это к тому, что если мне придется идти читать заклинания, да, вы такие, ну на, пойди почитай. Использовать сейчас кристалл не буду. Накидки, пули. Ну что ж, давайте хотя бы глянем, что там. Красиво. Красиво. Похоже на арену с боссом, но красиво. Молнии. Это у тебя было. На, держи. На, поешь. Чтобы у всех все хорошо, все нормально было. Никто случайно не проголодался. В самый разгар битвы.
Так, и... Чё бы там такого пожевать было? У тебя же своя еда была, да, где-то в сумочке? Сейчас, сейчас. Это случится, я это найду. Черепашатины пожуй. Мы сейчас где? Крыша замка. Супер. А почему мы не нашли четвертый камень? Смотрите, сейчас все закроется после этого. Сейчас все закроется после этого. Давайте рискнем. Угу. Привет. Сейчас увидим, научился ли ты хоть чему-нибудь. А почему у мага так мало жизни вдруг стало? Кто меня ударил? Е2 зацепил, а Е3. Нормально. Если он что-то способен, ну как бы... Есть еще пара вещей. Ему что-то не зашло, погодите. Волки. Крысы, волки. Крысы и волки, это все не страшно. По-моему, очень громко, да? Так, меня стреляют из пистолета, еще чего-то. Я на самом деле сейчас вообще не подготовившись пришел к этому всему. Я не думал, что сейчас будет еще босс сражения. Я думал, что у нас будет еще что-то, но... Так, там чувак уже приготовился лелеять нас получать. Привет. И привет. Еда, все дела. Так, зельку. Теперь умри. Да нет, наверное, не хочу. Можно? Нет. А, застал врасплох. Ой, змейки. Ой, вот давайте без вот этих ребят. Они меня прям бесят. Тут трудно танковать. Держусь на ногах, да в принципе, чувак. Тут ничего такого особо сложного-то и нету.
Вот зачем ты так? Нормально же общались. Ой, кристальчик, спасибо. А из чего там зелька-то делается манновая? Стой. Так кто от тебя там бежит? Успокойся. Я пытаюсь себе зелек накастовать. Сам такой. Ха-ха. Чуваку прилетело. Восемьдесят пять, что-то слишком много, чел. Тебе не кажется? Не слишком ли как-то вот тебе не показалось это легким перебором, то, что ты сделал? Огненных атронахов вызывать? Кого? Что? Зачем ты его убил? Ой, он воскрешается. Ой, так мне по идее выгоднее воскрешать, потому что он воскрешает с полной манной. Не-не-не-не-не, забудь. Да, блин. Огненный щит. Минус. В принципе, если подготовиться, если запасти 100-500 бутылок, то это несложный бой. А фиг ли ты маневрируешь-то? Подковы. Отхавал. Чувак, вообще не до тебя, серьезно. Ой, блин. Он так хорошо подставился. Но при этом я промазал. Не то! Не трогай меня! Это их лечит! 48. Надо Атронаха убить. Он очень бесячий. Ой, уровень. Ха-ха. Блин, да? А, не, нормально, ему урон заходит. Но этих ребят убивать надо. Ой, ты его сами добил. Ой, молодец какой. А что за зельку мне тут дали? Противоядие. Блин, 3 дня и 3 ночи шел этот бой. Сто 36 крит. Красиво. Thank you.
попал. Так. Ну что ж, мне нужно как-то свои стрелы пособирать. Стрелами я его довольно неплохо пробиваю. Валим, 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 валим. Да, стрелы прям заходят против него на ура. Что-то еще появилось. Что-то еще появилось. Мимики появились. Какой трешак. Не в того. А, не, ну в кого-то залетело нормально. Да, бомбы валяются, еще куча всего валяется. Ай, блин, это на месте проводится этот удар. Чтоб тебя. Давай, давай, выжигай. О, молодец, этот склеился. Не попал. Не ты! Вот подставщик. 78? Серьезно, по-моему, стрелы против него сейчас лучшее оружие. Он этого съел тоже. Робин Бобин кое-как. Ой, мумиё. Не, ну мумиё. Это даже не смешно. Их много, да, но они ваншотные. Подобрали. Я могу сейчас у него стрелять, да? Могу. Вот сейчас мне вот этот чел будет мешать. Нормально. Да свали от меня. Они просто... Ой, он их лопает. Не-не-не-не-не-не-не, успокойся. Зачем так поступать? Ты никогда не выберешься из Нексуса. А, вот он, четвертый камень, где? Сразу такая тишина. Кучка стрел под ним осталась. Хилка, что ли, маленькая, да? Ты никогда не выберешься из Нексуса. Ну и вон портал. Чтоб можно было отсюда, собственно, свалить. Но мы-то с вами знаем, что валится отсюда, наверное, по-другому.
Ай, черт с ним, все, ребят, давайте. Серия бешено просто затянулась, но это был босс-файт, к которому я пришел вообще спустив рукава и все равно его вытащил. Тут можно было и бомбами еще пользоваться, и всякими скиллами, и чем только можно было не пользоваться. Но вот один раз воскрешалку использовал, и нормально. Веселый босс-файт, он такой в меру сложный, но он веселый, классный, мне очень понравилось. Давайте тут заканчивать, я сейчас побегаю, тут все пособираю, сохранимся, и потом попробуем, наверное, в следующий раз глянуть, что будет, если пойти в портал, и что будет, если пойти собрать пятый элемент. Пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.